Ну что, дорогие друзья, я рад всех приветствовать, с вами вновь ваш географ Александр Булочкин, а это значит то, что вы попали на новенький урок географии. И сегодня, друзья, он будет непростой, потому что сегодня я выцепил одного из своих учеников. Вы его прекрасно знаете, это Мишкан, привет тебе. Здорово. И мы сегодня... сегодня да, мы сегодня, помимо того, что... Нет, давай, знаешь как, на самом деле мне сегодня твои знания понадобятся, потому что новый режим, мы уже с тобой его опробовали, уже успешно даже успели, так сказать, попрактиковаться. Ага. Короче, друзья, добавили, ну, не прям недавно, пару месяцев назад добавили эти самые командные дуэли. Вот, собственно говоря, это можно брать друга и играть вдвоем против двух других, соответственно, соперников. И мне кажется, это интересно, поэтому если вы поддержите лайком, то мы еще как-нибудь попробуем. Ну что, ты готов? Конечно. Ну ты подучился, у тебя какой рейтинг сейчас примерно? Примерно, вот, типа, сильвер? 600, по-моему. Да-да-да, или... сильвер, но... Ну нормально. Я не помню, ну короче, получше. Так, а я давно не играл, так что надо это сейчас поднапрячься. Так, ну что видишь, Ну это Мальта, все. Ладно, шучу, подожди, шучу. Нет, это... я забыл все. Как угадывать страны? Подожди, для начала это Европа. Ну, вообще ты прав. Тут чертовски прав. А, так это Португалия. Португалию ставь. Желтенькая. Португалия, братанчик. А, да? Да, давай я Порту, а ты снизу Лиссабон где-нибудь там. Хотя это давай, не Порту, не Лиссабон, ну, но... Ну, пригород. Ну, такое где-то там. Вот. Мне кажется, знаешь, где будет? Вот тут, ты видишь, да, я ставлю метку? Мне кажется, вот тут вот, смотри, вот запомни. Так, давай, ну... Нормально. Это неплохо. Я, получается, да, немножко? Неплохо. Не, ну номера решают. Синенькое, желтеньким, это как бы, знаешь, это как-то... Ну, а 2×2=4, как бы. А это твое что-то, да? А это что-то такое, да. Нафиг. Или нет? Если что, напомню, что Мишкан живет в Ирландии, как бы. Но как ты чувствуешь? Я не вижу там руль. Подожди. Че? Вообще ничего пока что непонятно. Надо какую-то табличку найти. Я можно поставлю просто сразу? Я просто... Ирландию? Ну, это не факт. Я думаю, что это все-таки Англия почему-то. Они, это, возможно, знаешь, что может быть даже? Вот эти острова, которые возле Франции недалеко. Давай я туда прям поставлю. Да ставь на Дублин. Мне кажется, это у тебя дома вообще. Да это не дом. Ну где-нибудь... Ну тут... Ну что ты... Вот ты споришь еще. Я аж лучше знаю, где ты живешь. Что ты спорит еще со мной тут? Не, нормальный человек не знает, где он живет вообще, просто я свое... Там ничего не было написано. Ага, я под Питером, там, знаешь, Выборг, если будет, я угадаю. Так, это у нас... Ты вообще, конечно, Мишка, да, даешь. Так, надо знак искать. Мне кажется, что это на самом деле... Едешь? Сколько? Ты только тебя дома ждут, ты помнишь? Не надо спешить. Не превышай. Я с умом, нормально. Джорджия Стейт. Джорджия. А, ну все, ну это Грузия. Все просто. Ну, в целом, да, в целом что-то поплыли. Бля, у меня что-то тут снимки поплыли. Мне кажется, что Штаты же только, наверное, в Америке. Ну, по идее. Или так не работает. Ну, типа, если стейт написано... Качество очень плохое. Правостороннее движение. А, спидлимит, все, нашел. Это Америка. А где у нас Джорджия штат? Такой есть? А, вот, Джорджия, блядь. А, вот он. Зачем он это место поставил? Чисто пацаны командно играют, блядь, 100 метров друг от друга ставят. Блядь, ну это было слишком просто, ты понимаешь? Ну как бы, ну прям вообще ни о чем. Ну еще осталось семечки. Так, ну что, ты готов дальше, да? Не, вообще обидно, что нет званий здесь. То есть, мне кажется, будет прикольно, если они как-то объединят, типа, допустим, будет суммироваться мой и твой опыт, и будет искаться соперник примерно по общему рейтингу. Потому что так получается, что, ну, мы не знаем, против кого мы играем. Получается, это может быть кто-то сильнее, так и кто-то, например, слабее. Но это было легко, Ну, мне кажется, сделают потом. Ну, мне кажется, да, потому что оно вроде как даже как пока бета какой-то. Подожди, на стене Роналду написано, значит, что, Португалия? Ну, в целом, бля, не поспоришь тут с тобой, подожди. Не, подожди, а так-то... Так-то в целом... Ты в курсе, что это Европа, да, вообще? Блядь, ну... Для начала это Европа, да, для начала... А, подожди, нет, стой, не факт. Ну, там синенькие же номера, нет? Подожди, еще одна машина. Что-то странно. Да, это Европа. А, Европа, подожди, да. Ну вот тут это, с красным. Короче, это Македония. Подожди, с двух сторон синие. Да я ебу, что... Не, подожди, это либо Албания, либо... Вообще разрыв. Не, какой-то... не Албания. Македонию тогда ставь. Yeah. Ну ставь Македонию, давай без куража. Македония, а я поставлю на всякий случай где-нибудь, например... Подожди, это ну, не Греция, вряд ли. А может, бля, а если Черногория? Нет, не Греция. Хотя, подожди, почему нет? Может быть, Греция? Ну, мы не уверены. Роналду? Да нет, я тебе отвечаю, это либо Македония, либо Албания. Вот прям вот... Что? Ой, бля... Ну, не слушает, ну не слушает! Стой, не, подожди, учитель, вот вопрос. Так. В Албании же номера, ну, красные. Там были красные, ну, там были. Я не видел. А я думаю, что ты споришь со мной? Нет, их просто было немного, я согласен, но они были. Не, если бы видел, тогда да. А я вообще не видел. Это что-то, по-моему, знаешь, вот я вижу значок.
Ну это что-то такое, понимаешь, это самое, это... Это, мне кажется, Малайзия. Ну давай попробуем, я попробую... Давай, я... Даже нет смысла идти, потому что это какие-то джунгли. Я вот сюда, а ты ставь вот сюда. Потому что, скорее всего, это там ближе, но... Что-то такое вот. Прям вот чувствую. Просто в Малайзии, вот как бы, вот вроде где-то ближе к Сингапуру, там вряд ли такое, но... Я твоей чуйке доверяю, реально. Ну, я как бы уже на опыте просто немножко. А, ну, я же сказал, там может быть такое, понимаешь? Ты бы сказал, что это Сингапур? Я реально не понимаю, как это, ну как? Это чё такого? Почему не Тайвань какой? Да потому что тут всё... Всё читаемо, подожди, нормально. Слушай, а я что-то помню, прикинь, вот я сейчас стал меньше играть, и всё равно что-то вот... Так, Караут, это финка, наверное? Это финка. Караут? Да, Караут, магазин, это финка. Я в скрин. Это финка. Лапинранта какая-нибудь. Да Лапинранта это. Подожди. А может Швеция сейчас... Не, финка. Подожди, а может... Не, финка. Короче, я в Лапинранту поехал. Все, я в Лапинранту. А я куда? Слушай, ну перестраховаться можно. Давай ты поставишь... Буква А. Поставь на всякий случай таль. Вот так просто, чтобы по расстоянию был, даже если финка. Ну, это... Это финка. Это финка должна быть, подожди. Точно же не стоит? Не. Ну давай я сюда поставлю. Куда? Зачем? Блядь. Нормально. Ну, по расстоянию, видишь, затащили хотя бы. Нормально. Хельсики. Так, ладно. Я не знаю, зачем я тебя отправил в Эстонию, если я знал, что это финка. Фига там лимузин. Ты видишь, Ниссан? Нормально растянуло, блядь. Такой пол кабриолет. Так, а что тут у нас? Желтые номера, что ли? Или мне казалось сейчас? Подожди. Сейчас, надо указатель надо. Желтые? Я что-то туплю. Ну да, ну это этот. Арго-центр. А я не знаю, ну ставь Нидерланды, что? Можно Люксембург я могу прыгнуть? Давай. С разгона. Давай. Ой, нихуя тут R8, слышь, тут R8 хуярит. Где? А я не знаю, как тут R8 серая в обвесах едет. А, вижу, не ебать. Нашел? Так, давай, короче, на всякий случай, я Люксембург, ну вряд ли это он, но, а ты поставь, короче, подожди, давай. Ну да, что-нибудь такое, на подъезде к Амстердаму. Кстати, можно было посмотреть, какая трасса, и, в принципе, ткнуть ее, но мы, видишь, мы не ищем. Легких путей. А я смотрел, там не было вроде. Ну, вообще на Люксембург это не похоже. Мне кажется, это все-таки. А, упа. Понял. Нихуя себе. Мы перестраховались, называется. Понимаешь? Вот она. На всякий-то случай нет, все-таки. Чуйка работает, ну, реально. Да. Это Токио, наверное. А, не, подожди, нет, как-то... Тайвань. Это Тайвань. Подожди. А, Коча, блять, что? Не, отбой. Не надо. Забыли, что я сказал. Что-то увидел это. Так. Быкануть решил? Ну, что-то такое, да. Блин, номера на иксе что-то... Ну, это что-то албанское тоже. Только не Албания, это вот как раз может быть... Македония? Ну, вот что-то такое, мне кажется. Либо Румыния, может быть. Опа, пацаны что-то может нашли. Может быть, Румыния, да. Ну, ставь Румынию, пофиг. Я сейчас пока поковыряюсь. Пока посмотрю. Бля, это не Румыния. Ну, я поставлю, ладно. Поставил? Но это не она. Ну давай на всякий случай в Албанию. На всякий случай. А, нихуя, что это? Не, ну тут я что-то вообще не узнал, ничего такого. Ну тут, ну. Знаешь, иногда тоже ошибаюсь. Что ты сказал? А как там вообще возможно узнать, почему-то там просто поля какие-то дрожит. Подожди, не так. А чей флаг-то висит? А! Это Кулата! Да какая Латвия, Литва? Это этот самый. А? Да Болгария это, успокойся. Подожди, центр Кулата. Найди город Кулата. 19 километров. В Болгарии. Это точно Болгария это? Подожди, Кулата. Кулата. А стоп, подожди, или это. Я что-то тупой, по-моему, или нет? А может это. Не, ну это не Сербия. Вот я сейчас тоже об этом подумал, подожди. Что-то не сходится, подожди, как кстати, будто. Ну, кстати, по одному флагу такое если. Вдруг там чел живет эти страны. Бля, это. Это случайно реально не Сербия? Не знаю. Бля, я что-то вырубился, я вообще... Бля. Давай Болгарию, ты Сербию, давай я Болгарию, ты я что-то вырубился, я сейчас что-то вообще вырубился, не знаю. Это что? Болгария, все. А, все. Да, Болгария. Бля, я все, я говорю, надо чаще играть. Ну, так, на всякий случай. Ну, это не Сербия была, понятно, но... Так, это твое что-то. Не. Почему? А, ну да. Подожди, нет, это... Подожди, сейчас скажу. Подожди, Делла, это вообще походу... Чего, блядь? Подожди. Руль с какой стороны? Да руль слева. Не, это Франция, Бельгия. Либо Бельгия. Это Бельгия, красные номера. Красная, Бельгия. Давай. Понял. Я в Брюссель. Ты где-нибудь, я не знаю, вот поближе. Блин, не, возьми нас вот сюда, в Францию, мне кажется, поближе. Давай.
прям такое. Ну, сейчас попробуем. Мне кажется, это правее чуть-чуть. Ну вот есть, вот. Бля. Ну, сорямба, я, видишь, не почувствовал. Так, это уже напряженная катка. То есть пацаны умеют играть, пацаны шарят, поэтому. Шестой раунд уже. Да, тут уже приходится попотеть. Так. Блять, вот столбы вообще бы сейчас. Понимаю, вот столбы я пока не умею различать. Наверное, они что-то могли бы дать. Так, что у нас там едет? Что это такое? Это Европа, Мерседес. Подожди, на нем ничего не можно. Не, ничего не видно. Ничего не видно. Плохо. Есть шанс обосраться. Есть, присутствует. Блин, я даже не знаю, какие-то такие. Это, походу, Франция. ВЦ-10. Что такое вообще? Там вот надпись какая-то, даже ВЦ-10, у них что, нет таких дорог? Что-то я не знаю. Вообще, я был в Францию шагнул. Подожди, какой-то этот. Бля, да, если... Франция как будто Франция. Давай разделимся, потому что я где-нибудь выше Парижа, а ты куда-нибудь. Давай. Туда куда-нибудь тыкай. Блять, что? А, ебать. Они даже, понимаешь, они даже знают, что это западная Франция как-то. Я не знаю, как это. Вот это пока вообще я слишком далек от этого. Так, это похоже что-то на Израиль. Какой? Сейчас номера надо глянуть. Да, сейчас номера. Да, Израиль. А, нет, стой. А, ну да. Желтые номера? Да. Ну, чё? Поехали в Израиль. Так, значит, я тогда... Блядь, чё я так долго ещё? Я Израиль. Давай, потерял. Я тут? Вот тут. Блять, да, всё, извиняюсь. Ну давай, я Тель-Авив. Такое, блядь. А и ближе опять? Иерусалим никогда... Вот надо тыкать его всегда. Потому что либо Тель-Авив, либо Иерусалим, там, скорее всего, будет вот что-то ближе к... Восьмой раунд, ничего? Такое. Ну, смотри. Опять какие-то... Такие поля, я даже не знаю. Ну, как бы, что ты думаешь? Я не знаю. Я не знаю, Словения, может, какая-то вообще, ну, не знаю. Ну, в Словении, да, бывает такое. В Словакии, в Словении. Так, нам нужно... Бля, трактора какие-то румынские. Ты чё, Шарик, ты по тракторам? Да не, так... Всё, перебудировался? Бля, я не знаю. Пулкин трактор канал открываю. Бля, слушай, я не знаю, что-то очень напряжённое. Вообще, можно всё что угодно. Машина. Я что-то очень долго шагаю, у меня как-то сегодня очень медленно. Кассирей Бухолис. А, это ты прочитал? Да. Что думаешь? Я просто не нашел. А, да, я только сейчас сюда пришел. О, трактор. Блять, ну это что-то такое вообще. Винкер. Румыния. Матео. Румыния, не, мне кажется, это не Румыния. Нет, это не их язык. Вантервек. Подожди, это не Дания? На век, подожди. Флаг! Чей это флаг? Где? Да флаг около дома висит. Бля, там не проехать. Я чуть не пойму, что это за флаг. Бля, какой-то хорватский, что ли? Подожди. Там какой-то там японский флаг какой-то висит. Чё? Подожди. Ну, давай попробуем чисто... Точка Ч... Чехия? ЦЗ? Не. Что? CH. А, Швейцария! Да? Это Швейцария, да. Ставь около Берн, да, куда-нибудь туда. Ебать! Ебать! Бля, если бы ты не нашел, это похоже отдаленно на Швейцарию, но больше вот я предположу, что это что-то типа Словакии и так далее. Что-то я вообще не понял. Я вообще не думал, что это Швейцария. Бля, если бы ты не нашел, сейчас посчитается... Считай, что ты затащил. Так. Это Украина. Да, это Украина. Да, а как думаешь, давай как-то, давай попробуем, я... Ну давай я... Подожди, можешь сейчас... Давай я Житомир, а ты, наверное, попробуй, может быть, где-нибудь здесь. Ну, это или западное. Как? Ну, попробуй, я не знаю, давай просто, чтобы у нас было как бы небольшое расстояние. Потому ну, что вот будет... тут, мне кажется, где-то, вот тут. А если снизу? Плохо будет? Не. Я думаю, нет. Ага. Блин, да ну нахер! Все, да? Или нет? Бля! Как-то мы слишком узко взяли. Ну ладно, так. Первое поражение мы принимаем. Давай еще одну. Давай еще, надо сейчас это самое. Сейчас. Красивенько. Сейчас пойдет сейчас. Так, что у нас, что видишь? Какой-то... Дорогу, Сань, дорогу. Что-то испанско-португальское, не? Не кажется так? Я не знаю, Сань. О, что? Подожди, это Латинская Америка, походу. Как ты понял? Ну, посмотри, машина едет черненькая. Там номера какие-то непонятные. Желтые знаки. Надпись. На каком языке? Ну, на испанском. Ну, это Латинская Америка, только... Блядь, а что это может быть? Такие поля, горы видно. При этом особо не песочно, а именно... Слушай, это сложно. Мне кажется, Чили надо... может ну, вот, что-то надо кому-то либо в Перу, либо в Чили точно.
А кто-то, допустим, пойдет, например, я не знаю, может, Аргентина. Ну, блядь, Аргентина, я даже не знаю. Слушай, давай тыкай, наверное. Давай не будем рисковать. Тыкай. Аргентина более такая песочная, как будто. Давай я ткну тут... вот здесь, а ты тыкай вот около... Блин. Не знаю, давай тут. Давай. Бля, я не знаю, хотя... вот если это, мне кажется, это где-то посередине. Вообще я ставлю больше... Не-не, я почему-то думаю, что мы сейчас, ну, нормально угадаем. Нормально думаешь? Вообще такое я это думаю, место да. прям... Ой-ой-ой. Ты все равно ближе, смотри. А, так они... они... А, так поставили. Это ж ты красный, ты ж поставил, блядь. Блять, чё ты? Я уж думал, что ты, я как раз ты поставил туда, куда я сказал. Это ты, блять, поставил. Ну. Ну, а чё ты блякаешь? Я думал, что... Почему? Ты угадал. Ладно, потом пересмотрю. Смотри, желтые номера. Желтые номера. Расстроенное движение. Люксембург. Ну. Люксембург. Почему? Смотри, доверься просто, бро. Просто доверься. Не-не-не, мне кажется, не Люксембург. Просто доверься, пожалуйста. Роттердам. Даже не Амстердам. Доверься! Роттердам! Подожди. Сейчас я тебе Роттердам устрою. Давай, 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 смотри. Что? Ты чё? А ты прочитал что-то там, конечно! Ай, говнюк! Я думал, реально... Я шарю. Конечно. Так, это у нас... Это Корея как будто. Не, подожди, это как раз похоже не на Корею, это на Японию похоже, во-первых. Это Япония есть. Ну давай, давай, знаешь что? Я думаю, что это вообще какой-нибудь Токио может быть. Белые номера. Пофиг, пофиг, нормально. Токио. Я Токио, а ты либо снизу слева, либо справа. Ну как хочешь вообще, как по кайфу, так и делай. Это не Япония. Почему не Япония? Ты чё? Ну ладно, но это Корея. Какая Корея? Это Корея. Чё, пугаешь меня? А нет. Ты, ну почему номера не желтые? Почему? Ну они там временно только, ну некоторые смыслы только желтые, там не все. Ты левостороннее движение, ты видишь же, что это все по-японски там. Ай, пацанчик, пацанчик. Ну не так. Шарю, не шарю пока. А вот это плохо. Это может быть какой-то остров это, и... Это знаешь, на что мне это... Ну, что мне это напоминает? Ну-ка, расскажи скорее. Кейптаун. Кого? Кейптаун? Угу. Шо? Не-не, вообще не пахнет. Не-не, вообще не пахнет. А чем Кейптаун пахнет? Подожди, подожди, зеленые номера. Что? Подожди, это что-то такое... А, нет, это не Африка, это Азия. Да что ты говоришь, серьезно? Подожди, правостороннее движение, английский язык, ну все. Чё понял? Филиппины? Ну, это скорее всего, да? Наверное, да. Да? Ну, я думаю, да. Ну, давай, пока. Ты уверен? Ну, блядь, ну так-то все сходится. Я Манила, а ты Давао. Ты чё? Я никому не Давао. Не, ну, по идее же, правильно, Филиппины же? Бля, если это какой-то островок, это пиздец. А это может быть островок. Опа. Нормально. Да, в принципе, нормально. Не, слушай, вдвоем как-то, знаешь, вот, ну, одна голова хорошо, а две, как бы, такие рабочие головки, то поинтереснее, конечно. Что там стоит? Сиат, правый руль. Правый руль? А, нет, левый руль, извини. Извини, извиняю. Так, а что это такое? Слабо по одному кадру? Нет. Давай. Предполагай. Бля, я не знаю, мне почему-то очень долго едет. Слабо, слабо, подожди. Вот, вот че. Водичи. Вот че. А что это такое? А, водичи и водичи. А что это такое? Что, не понимаешь? Какая-то. Так, стоп написано, а не пары. Знаешь, что значит? Что? Что это стоп? Это не Испания. То, что это не Испания. Да ладно, Сань, мне кажется, можно было догадаться. Не, подожди, подожди. Ну, блядь, ну какая-нибудь типа условная... О, Сань, тут трактор, твоя тема, ну-ка давай. Румынские трактора. Подожди. Ну давай, ладно, предструги. 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 Желтые знаки, ну мы же должны уже это выучить, нет? Блядь, какой-нибудь... Они везде. Венгрия какая-нибудь. Я не знаю, реально. Меня очень долго почему-то шагают сегодня. Блядь. Короче, давай, иди куда-нибудь, на всякий случай, Францию захвати, а я попробую... Францию? Это не она. Ну ладно. Но это не Франция. Извини. Извини. Словения. Я думал. Ну слабенько, слабенько, не, согласен. Бля, ну желтые знаки вылетели из головы, понимаешь? Так. Магазин, что это такое? Подожди. Я взад поехал. Взад? Да. Вообще, ну, это да. Какой-то язык такой, знаешь, ну, прям такой прям. Ты где язык ты нашел? Подожди, желтые номера. Желтые, да. А, ну да. Ищу надписи. Да все, ну ставь, это самое. Нидерланды? Угу. Либо Дания. Какая Дания? Желтые номера? Ну.
ты издеваешься? Чего, не? Люксембург и этот самый. Короче, ставь, я думаю, что это... Куда? Я Нидерланды поставил. Ну, ты так прям Роттердам тогда. Ну, это не Люксембург, я думаю. Я думаю, это не Люксембург. А прикинь, сейчас просто, вот, ну, просто вот из-за того, что мы не поставили на всякий случай, и... Все. Не-не, нормально, нормально. Ну, понятно. Вот, ну, нельзя было поточнее. Ну, что ты, ну, куда-то вот тут соскочил, а? А вот смотри, он прям улицу знает. Ну, вот, блядь, значит, может, он оттуда. Все, это ты, Испания. Смотри. Подожди, тихо. Это не Испания. Ну, это, не Испания. Вот это, кстати, подожди, желтая разметка. Кейптаун? Какой Кейптаун? Кейптаун не левое стороннее движение. Так. Ну, вообще, в целом, у меня вариантов нет. Да подожди, вот я хочу убедиться, но я не могу, я еду. Все желтое такое. Земля именно желтая. Что, только в Африке такое? Да. Бля, я хуярю очень долго, я не знаю, почему у меня прям так пиздец медленно это. О, подожди, там знак какой-то. Давай быстрее, бля. Вижу синий. Быстрее! Бля, я его проехал, стой. О, лимити... Вот. А, ну это... Саутфель... Это Бразилия. А как ты понял? Ну, Сао вот, это, мне кажется, их тема. Сао Луис нашел. Вот. В натуре, Бразилия. Сао Луис, это вот прям здесь. А Сао Феликс. Хуй его знает. Ну давай, знаешь что, давай попробуем. Вряд ли мы найдем Сао Феликс. А прикинь, это вообще не там. Может такое быть? А, давай я там ткну, а ты просто поставь где-нибудь здесь. Например, подожди, а там желтая разметка в Бразилии, разве? Такое может быть? Ну подожди, это либо Бразилия, либо... О, а почему ты поставил ниже? Ну, в смысле, я же там примерно ставил тебя бы туда, куда сейчас. В смысле, я поставил туда, куда ты сказал. Да? Извини, я хотел просто наехать на кого-то. Желтое такси, я не могу запомнить по такси, ну почему? Столбики вот эти справа, вот эти черно-оранжевые. Ну, Тайвань. Что? Тайвань? Угу. Подожди, наверное. По идее, ну а что еще? Лонг. Ну, да. Третья это самое, подожди, третья дорога, стой. Ну куда ты тыкаешь, мы сейчас найдем. А я не тыкнул. Ищи синюю, вот она, я нашел. Нашел? Ну я просто приблизил, там троечка горит, я думаю, что это она. Санксия. Ну это поближе. Вот тут можно. Ну, бля, куда ты так близко-то? Ты поставь куда-нибудь подальше. Она же вряд ли там прям только идет, хотя... Что? Там тоже третья дорога. Я вот нашел ее. Я же сказал тебе. Нет, вот тут... Я! Нет, ну, да ладно, мы оба молодцы. Так, а, ну это самое. Поехали. Албания. Какая Албания? Ты что, серьезно сейчас? Улан-Батар, да. Не хочешь? А, ну это либо Албания, либо... А, подожди, ну, да, стой, не ставь, это Киргизия, я долбоёб. Ставь, да, я долбоёб, блядь. Ты куда поставил? Я не посмотрел номера, я подумал, что это Монголия, блядь. Всё, ты прав. Какой ты? Тихо, всё нормально. Я увидел горы. Бля, сарямба. Ну. Да, я вряд ли бы туда ткнул, все равно. Как он знает, это чел? Они просто перестраховались. Тихо. Касса аренда. Нормальная страховка. Касса аренда. Меня там надо мной там смеются, что я поставил это. Так, а это у нас знаешь что? Не хочу тебя расстраивать. Но ты сейчас охренеешь просто. Это Италия. Это Италия, походу, да. Стадионы. А и как понять город? Мне кажется, это явно не остров. Не Пауло, похоже, СС... ищи СС-18 или СС-106, быстрее! Ищу. СС-18 либо СС-106. Я нашел СС-18. Где? Вот тут. Она ниже идет. Давай я... ты ниже... Подожди. Давай вот я тут, а ты ставь вот тут. А я думаю, еще пониже. Ну давай ниже еще. Давай ниже. Давай вот тут. Давай. О, хорош! Нормально. Бля, почувствовал, что надо ниже. А, еще не все. Подожди, тихо. Так, вот это пиздец. Подожди. Опять желтая разметка. И что это? Это сложно. Это Африка. Бля, я хуярю вот как заспаунился, а ты в другую давай сторону. А я в другую, да, я в другую. Так, это, возможно, ты прав, что это Африка, но нам нужно убедиться, чтобы наверняка... Нихуя тут Калину спорили. Полиция... Рада Виария. Да. Эстадуал. Вообще-то похоже очень. Да. Так, подожди, правостороннее движение. Кейптаун? Правостороннее движение. А. Блять, а фургон что не видно-то? Это очень опасно сейчас. Подожди, я еду. Догоняю тут кого-то. Блять, подожди, а в Эсватине или Сотху там. Лесотху, по-моему. Атентао. Да это хуйня, все. Подожди, стоп. Я забыл, блядь. Я забыл про Африку всё. Ай, бля. Бля, пытаюсь какие-то подсказки. Ищи название хайвея. Хайвея, ищи.
Да я ищу, не получается. Бля, дорога-то неплохая. У, бля, тут по дорогу перебегает, ёпки. Это... Подожди, а почему здесь надписи-то... Нет, стоп. Капик Саба, Латин. Так это все-таки Латинская Америка, что ли? Я не знаю. Похоже на то. Да, 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 да. Какая, блядь, Африка? Бразилия, по-моему. Ставь Бразилию. Да, походу. Ты поставил? Давай вот тут. Давай я тут поставлю. Бля! Кто пришел? Нормально, нормально. Мы, да, все выиграли. Да. Ну и последняя победная, что? Ты вышел? Что? Ты куда делся, а? Я нажал плейгейна, там прикол. Ага, ага, так, опа, это что-то, что там? Ну вот что-то такое, прям такое. Это не Греция, я не вижу просто, что там написано. А это не Турция? Не знаю. Подожди. Я пошел. Куда? Подожди, Албания? Я что-то не пойму, что такое, прям такое, знаешь? Ну, красное в начале номеров, Албания. Ну ставь. Это точно не Кыргызстан? Ну ставь туда. Ну да, это не Кыргызстан, точно? Это Албания. Ну Албания, да, все правильно. Только давай смотри, ты ставишь, знаешь, куда? Ну ты выбери город-то, какой-нибудь там, Валеру вот это вот выбери. Валера. Ну это вряд ли Тирана, хотя может Тирана, не знаю. А, не, ну в целом мы нормально, ну как бы есть такое, знаешь, ощущение, что 124-х очень много у них, я не знаю, 210-х, это прям и цешек. Ну любят. Просто любят. Дохрена, просто дохрена. Слушай, ну и кто из нас прав, думаешь? М? Я. Надо было ниже Валеры идти. Так-то, кстати, в натуре около Греции. В принципе, похоже было реально. Опять? Тяжело. Опять, что ли? Подожди, милиция. Это... Подожди. Это Владивосток. Это Бишкек. А, это Бишкек. Да. Ну, а чего его так много-то? Ну, а что, тебе жалко, что ли? Давай я попробую вот где-нибудь здесь. Ну, так, или там, не знаю. Ну, ты попробуй. Никуда ты ставишь, что это Бишкек сам. Ты что, не видишь город крупный? Точно Бишкек. Нажал. Я с уважением, я с уважением. Да, ну ты так, знаешь, такой ты. Бля, прикинь, это не Бишкек. Ну, жесть, просто мужики не чувствуют. Ну, пацаны, реально, ну как бы, ну тут просто, ну. Нормально. Так, третий раунд, я думаю, будет финальный. Это... Вот надо знак. По номерам пока сейчас не могу. Спидлимит какой-то попадется. Вот либо максимум, либо спидлимит. Бля, как надо было так разделить, да? Прикинь, в одних максимум, в других спидлимит. Но мне почему-то кажется, что это, кстати, Америка. Я не знаю почему. Желтые номера, какие-то машины, одна. Штаты какие-нибудь. Бля, надо выучить уже штаты. Тут много, кстати, желтых номеров. И поэтому Рубикон стоит крутой. Я не вижу, у них такое ощущение, что это, бля, без лимита. А, ну американский флаг, как бы, нормально? Ну, может быть, фанат Америки. Да, улица фанат Америки. Тут памятник стоит нормально, да? Hometown Hero. Подожди, что это? Спидлимит. Да я уже понял, что это Америка, я ищу, какой штат это может быть. Желтые номера, ну пиздос, ну можно же было как-то уже выучить-то, нет? Бля. Я вообще хз, где это? Мне кажется, знаешь, где это? Ну-ка. Ну ты можешь ткнуть, просто без кураж. Штат, хотя я думаю, что... Миссури. Миссури? А зачем ты ткнул? Ну, ты сказал. Union Street. Слушай, не, знаешь, что это? А. Ну, это Небраска. О, Небраска. Ух, блядь. Не, братанечка, это Нью-Йорк. Мачестер? А, Рочестер оказался, бля. Никто не шагнул даже, кстати, вот попроверить. Кстати, Нью-Йорк очень часто падает. Ну там, причем не похоже, что это Нью-Йорк. Вообще так, ну это бразильская тема, я так понимаю. Ну как ты бы это понимаешь? Давай сразу, даже не будем думать. А, это ты? Нет. Ну ставь куда-нибудь, да, ставь там, пофиг. Поставил. Бля, ну... Как? Ой. Ну почему не Уругвай? Просто попал. Зачем что-то думать, если можно просто Бразилию там прикинуть? Еще разок хочу, ну просто хорошо идет. Хорошо идет. Прям, знаешь, хорошего человека всегда хорошо все идет. Швеция. Че? Бля, я не знаю, что говорить, реально. Ну а что ты? Наверное, да подожди, нет. Стоп. Есть у меня подозрение. Ну, вот эти, разметка такая, да, скандинавская. Ну, Швеция, ну все. Это они ставят, это не мы. Все. А знаешь, ну, что я предположу? Вот ты ставь, знаешь, где? Около Стокгольма, а я вот, пожалуй, рискну и предположу, что это вот здесь вот. Ха! Ой, ага. Ой, нехорошо. Ой, не, ну... А кто ближе-то? Они, да? Они ближе. А где второй чувак? А, он тоже на севере. Он сверху, да. Так, ой, что-то знакомое, хотя... Ну-ка, подожди-ка. Подожди. Что-то написано.
Что это написано? Свир. Ну вот и что это? Польска, Польша. Уверен? Ну, написано Польск. Ну ладно, не буду спорить. Ты туда? Ну, не надо. Ну да, да. Ну а я сюда тогда. Ну и все. Хорош. Ну и все, вот ну, так ну, это ты, делается. Ну, не, ну ты просто ну, взял, как бы, поставил точку. Ну, ну пока не точку, ну, как бы, но... Ну такую, запятую. Что-то вылезло. Ух, не... Нормально. Извините, пожалуйста, я не знаю. Это Финляндия. Нет, забудь. Это... Подожди. Я-то тоже, подожди, а что это такое? Это что-то... Почему-то очень хочется сказать кое-что неприличное. Что? Что тебя сподвигло на это, мне интересно? Я не знаю, что тут просто сказать. Поэтому... Подожди, указатель. Я прочитаю. Я не понимаю. Полуф. Буква О перечеркнутая такая, типа, перечеркнутая. Это что? Блять, ну, наверное, Норвегия. Норвегия? Угу. Походу. Хотя не похоже вообще от слова совсем. Ну, бля, если это... Я охуею, если это Исландия. Да? Либо какой? Ну ладно, я охуею, если это Исландия, блядь. А, блядь, Даня, замар! Ну, ёбаный в рот, блядь! Ну же это Даня подъёбывает. Чё-чё? Подъёбывает Даня всегда. Ну так, бывает иногда. Так, ну это похоже, знаешь... Монтенегро. Не-не, вряд ли. Вряд ли. Черногория. Да горы же. Тихо, подожди. А, ну это легко. Красные номера. Это где? Что это? Чё это такое? Красные номера. Да подожди, а тут жёлтые ещё. О, я забыл. И красные, и жёлтые. Что это? Подожди. Тунис какой-то? Нет. Подожди. Это не Бутан? Я читаю. Блядь. Блядь, я не знаю, что это. Может, это Бутан? А я что знаю, где это? Блядь, где я это? Не знаю, где красные номера. А в Бутане... Бутан этот свой ставь. Я Бутан? Не знаю, где это. А я не знаю, ну... это не похоже на Бутан. А я не знаю туда где. Вот, а... ставь что-нибудь, типа, там, не знаю, блядь. Ставь, на всякий случай, поставь этот. Да я все. Это Бутан! Что? Ну ты что, дурак, ну что? А я не знаю, я просто вспомнил, что как... Бутан обычно там, ну это... это Россия, по-моему. Ты прям, знак. Ты на дом соседа. Я не знаю, как это работает иногда. Причем я вспомнил, сейчас меня осенило Бутан, как бы такой, типа... Бля, короче, это... Это европейские номера. А если это какая-нибудь, например... Я, кажется, это под Великим Новгородом вообще. Да это не Россия, ну... А, да? Ставь этот, Литву, Латвию, Литва. Литва, Бутан. Латвия, да. Да, я просто думал, что... А ты где увидел машину-то? Ну, припаркованная стоит тут. Блядь, я не в ту сторону поехал, походу. Это да. Блядь, ну такое. А что с Бутаном-то, как получилось? Я не знаю, ты ёбнут. Болгария. Как ты? Да Болгарию ставь сразу. Я не знаю, я перестаю удивляться уже. Я не знаю, ставь слева. Наверное. О, а если я еблан? Земле это тэпнулся. А если я сейчас еблан? Ну, а если это Сербия? Ну вот почему это не Сербия? Ну так, в теории. Блядь! Чё? Что? Пуху. Ты что сделал? Я... Это Румыния? Я... А. Нет. А как сказал Сербия? Это... Блядь, а чё такой кусок-то? Я потому что... Пропустил время, там 4 секунды оставалось, я тыкнул куда, ну, куда уже это. Это... Дубай? Тунис. А? Тунис ставь. 100%. Я не знаю, где это. А, Тунизия или Тунис? Ставь где-нибудь здесь. Все нормально. Поставил. Не спрашивай, откуда я знаю. Не, я спрошу. Спросишь? Нет, откуда? Ну, они, я думаю, тоже... А если это Сфакс, блядь? Кто? Ну, Сфакс, вон там, видишь. Блядь, это Сфакс. Это какой-то еще остров. Короче, Тунис, за тобой едет темно-зеленый джип. Он, правда, был далеко, но он мне помог сейчас. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Жму руку, реально. Ну, реально, жму руку. В экран. Да, вот прям вот, ну реально хорошо сыграли. Ребят, хорош. Напишите в комментариях, как вам такая вот парная битва в дуэлях в Гегвестере. Если вам понравилось, то оцените лайком. Мы будем очень благодарны, будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.